в автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного образования «Центр имени святого Игнатия Брянчанинова» пройдут вступительные испытания для желающих получить базовое церковное образование в заочной или вечерней форме. Программы центра разработаны в соответствии с требованиями синодального отдела религиозного образования и катехизации и учебного комитета Русской Православной Церкви и включают в себя базовый богословский цикл и предметы единого профиля, комплексно совмещающего в себе катехизическую, миссионерскую, молодежную и социальную деятельности. Вступительные испытания пройдут 18 сентября в 12:00 по адресу улица Горького, 27, кабинет 105. Подробную информацию смотрите на сайте организации. Адрес: Красноярск, улица Горького, 27, кабинет 104. Телефоны: плюс 7 391 22 77 390, плюс 7 983 362 82 05. Приемная комиссия с 11:00 до 15:00.